все уровни образования повсеместно пронизаны не очень хорошей тенденцией. Многие называют это бытовой коррупцией, многие просто коррупцией называют, но, к сожалению, она на сегодня существует. Как факт, была задержана районо в Талаской области, и туда срочно выехала министр образования. Так она могла бы сегодня и должна была принимать участие на сегодняшнем обсуждении.